Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Иван. Сегодня я хочу показать и рассказать, как своими руками отремонтировать крепление вот такого вот китайского налобного фонарика. Фонарик довольно-таки хороший, имеет магнит, два режима подсветки, регулировку яркости, вот зарядка от микро USB, все хорошо, фонарик. Хоть китайский, но довольно-таки выполнен из качественного пластика. А вот, как мы видим, у меня вот обломились вот эти вот усики. Они как раз выполнены из дешевенького пластика. Вот, из такого тоненького. Сейчас мы будем реанимировать. Вот. И покажу, как это сделать. Для этого нам понадобится, соответственно, сама вот такая вот крепление. Вот, как мы видим, она довольно-таки дешевенькая. Ножовочка по металлу небольшая. Такие длинные кабельные стяжки. Купить их можно в строительном магазине. Ну, фикс прайс также. Вот, понадобятся вот такие вот длинные. Потом бакрезики. И шурик, либо же дрель. Сетевой шурик со сверлом по металлу диаметром 3 мм. Первым делом берем ножовочку и отпиливаем наши обломыши. Они нам больше не понадобятся. Ну вот, мы отпилили, вот, теперь нам нужно вот в этих вот местах просверлить отверстие, то есть вот здесь мы сверлим отверстие, чтобы продеть стяжки. Надеваем очочки, аккуратненько берем и просверливаем. То есть так вот берем, упираем на какую-нибудь фанерку, к примеру, чтобы слон повредить. Это самый идеальный вариант. Вот. Разверлили. Сверлим в очках защитных. Вот. Соблюдаем технику безопасности. Теперь берем наши стяжки. Вот. Продеваем через ремешок. Вот. Вначале вот так вот продеваем. Вот. Берем, продеваем ремешок. И вот так вот затягиваем. Вот подгоняем все. Вот. И вторую также. Вот фонарик-то хороший, а вот пластик, вот это крепление, он правда оставляет желать лучшего. Вот, не очень-таки он качественный, к сожалению. Вот. Поэтому вот так мы ремонтируем. Вот. Так. Подберем, продеваем. То есть продели раз и продели два. Вот. Вот. Излишки откусываем при помощи бакрезиков. Берем
берем, вставляем наш фонарик, одеваем. Вот. Мы проверяем работу. Вот, как мы видим, все отлично. Вот. То есть свою функциональную обязанность данное крепление выполняет, что нам и требовалось. До свидания, всего доброго, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо и всем пока.